Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кер под номером 398 и решим уравнение. Итак, по цифре 1. 2х минус 3 умножить на 4х плюс 3 минус 8х квадрат равно 33. Упростим левую часть данного уравнения. Для этого двучлен 2х минус 3 умножим на двучлен 4х плюс 3. 2х умножаем на 4х, получаем 8х в квадрате. 2х умножаем на плюс 3, получаем плюс 6х. Теперь минус 3 умножаем на 4х, минус 12х. И минус 3 умножаем на плюс 3, получаем минус 9. Мы перемножили с вами два двучлена, переписываем минус 8х в квадрате и равно 33. Обратим внимание на подобные одночлены 8х в квадрат и минус 8х в квадрат. Коэффициенты противоположные числа, поэтому эти одночлены взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. 6х минус 12х минус 16 минус будет, потому что мы от меньшего числа 6 вычитаем большее число 12. А теперь наоборот, из большего числа вычитаем меньше, 12 вычитаем 6, получаем 6. И дописываем буквенный множитель х. Равно 33. Переписываем правую часть и переносим из левой части уравнения минус 9 в правую. Меняем знак на противоположный, будет плюс 9. Минус 6х равно 42. Разделим обе части уравнения на коэффициент перед х, на минус 6. Минус 6 делим на минус 6, это 1. 1 умножаем на х, это х. 42 делим на минус 6, получаем минус 7. Все, мы с вами решили уравнение. Нашли его корень. Ответ минус 7. По цифре 2. 2х минус 6 умножить на 8х плюс 5 плюс произведение двух членов 3 минус 4х на 3 плюс 4х и равно это 55. Упростим левую часть уравнения. 2х минус 6 умножаем на 8х плюс 5. 2х умножаем на 8х, 16х в квадрате. 2х умножаем на 5. Плюс 10х. Минус 6 умножаем на 8х. Минус 48х. И минус 6 умножаем на плюс 5. Минус 30. Теперь находим произведение двучленов 3 минус 4х и 3 плюс 4х. Обратите внимание, что перед ними стоит знак плюс. Плюс не меняет знаки. Поэтому записываем с теми знаками, с которыми будем получать. 3 умножаем на 3, это плюс 9. 3 умножаем на 4х, плюс 12х. Теперь минус 4х умножаем на 3, минус 12х. И минус 4х умножаем на плюс 4х, минус 16х в квадрате. И равно это 55. Итак, мы перемножили с вами многочлены, а теперь приводим подобные слагаемые. 16х квадрат и минус 16х квадрат. Коэффициенты противоположные числа, их сумма равна нулю. Если мы 0 умножим на х квадрат, мы получим 0. То есть одночлены взаимно уничтожаются. Еще мы с вами видим два одночлена, которые взаимно уничтожаются. Это плюс 12х и минус 12х. Коэффициенты противоположные числа. И складываем 10х и минус 48х. Поскольку перед числом с большим модулем знак минус, поэтому результат будет отрицательный. Ставим знак минус, а теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 48 вычитаем 10, получаем 38. И дописываем буквенный множитель х. Переписываем 55 справа. Слева минус 30 плюс 9, это минус 21. Переносим в противоположную сторону, меняем знак на противоположную, будет плюс 21.
И тогда минус 38х равно 76. Разделим обе части уравнения на минус 38. Минус 38х делим на минус 38. Это х. 76 делим на минус 38, получаем минус 2. Все, мы решили с вами второе уравнение. Запишем ответ. Минус 2. И приступим к третьему уравнению. 21х квадрат минус произведение двучленов и равно 37. 21х квадрат переписываем. И поскольку у нас минус стоит перед скобками, мы его оставляем, раскрываем скобки, а в скобках найдем произведение двух двучленов. 3х умножаем на 7х, получаем 21х квадрат. 3х умножаем на минус 3, минус 9х. Минус 7 умножаем на 7х, получаем минус 49х. И минус 7 умножаем на минус 3, получаем плюс 21. И равно это 37. И только теперь раскроем скобки, перед которыми стоит знак минус. 21х квадрат переписываем. А теперь все знаки в скобках меняем на противоположные. Будет у нас минус 21х квадрат плюс 9х плюс 49х и минус 21. И равно это 37. Ну и теперь приведем подобные члены. 21х квадрат и минус 21х квадрат взаимно уничтожатся, потому что коэффициенты противоположные числа 21 и минус 21. 9х плюс 49х это 58х. Справа у нас 37. И переносим минус 21 из левой части уравнения вправо, меняя знак на противоположный. Будет плюс 21. Ну и теперь 58х слева равно 58 справа. Разделим обе части уравнения на 58 и получим, что х равен 1. Все уравнение мы решили. Запишем только ответ. По цифре 4. Х плюс 1 умножить на х плюс 2 минус произведение х минус 3 на х плюс 4 и равно это 12. Итак, умножаем х плюс 1 на х плюс 2. Х умножаем на х, х в квадрате. Х умножаем на 2, плюс 2х. 1 умножаем на х, это будет плюс х. И 1 умножаем на 2, плюс 2. А теперь ставим знак минус, раскрываем скобки и в скобках перемножаем х плюс 3 и х плюс 4. Х умножить на х, х в квадрате. Х умножаем на плюс 4, плюс 4х. Минус 3 умножаем на х, минус 3х. И минус 3 умножаем на 4, минус 12. И равно это 12. Х квадрат переписываем. 2х плюс х плюс 3х. И плюс 2. И раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Все знаки в скобках меняем на противоположные. Минус х в квадрате, минус 4х, плюс 3х и плюс 12. И равно это 12. Х в квадрат и минус х в квадрат взаимно уничтожаются, потому что коэффициенты перед ними 1 и минус 1, противоположные числа, их сумма равна 0. 3х плюс 3х это 6х и от 6х вычесть 4х получаем 2х. 12 переписываем с правой части.
В левой части 2 плюс 12 это 14. Переносим вправо, с противоположным знаком будет минус 14. И тогда 2х у нас равно. От меньшего числа отнимаем большее, результат отрицательный. А теперь от 14 вычитаем 12, это 2. Минус 2 получили в правой части. И разделим обе части уравнения на 2. Получаем х равно минус 1. Подчеркиваем и записываем ответ. Минус 1. И нам осталось пятое уравнение.